Данный десерт произвели в России. Его состав довольно-таки неплох. Хватит на двоих человек или можно постараться на четверых. Упакован сначала в пластик, на котором описано все про него, а потом в картонную коробочку. Так что есть его удобнее ложкой. Оформление слоистое, с клубничным привкусом и сливочным. Очень нежное, пропитанное, ароматное и вполне вкусное. То есть ничего лишнего и приторности не заметно. Аромат тоже приятный, полностью натуральный. Могу рекомендовать иногда брать. Конечно, оно дорогое по своей цене, но это оправдывается полностью вкусом натуральной ягоды, которая находится сверху. Цвета. Розовый, красный, белый и желтый в бисквите. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал и ставьте.